Так, и наконец осталось немного. Я давно хотел вот эту самую тему спящих почек. Она так, правда, не маленькая. В общем, попробую коротко. Смотрите. Ой, господи, боже мой. Осталось 8 минут. Давайте еще раз пропущу. Я приготовил фотографию. Все. Пока поверьте на слово. Сам спящие почки неполноценно. Доказательство. Мне еще что-то важное было. Это можно пока прочитать, потому что я специально для статьи вот это вот сам это и утверждал в письменном виде, как бы. Пока просто поверьте мне на слово. Я просто так не стал бы. Воздух. Как говорят, что такое звук? Это колебание воздуха, оказывается. Так, вот это можете почитать, кому это надо именно сейчас. Просто и так, 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 так. И все пока. Так. А вот это, ну, чтобы все-таки предпраздничный день. Наши сливы вкуснее магазинной. Этот разный возраст, это не я, это из интернета. Этот разный возраст я услышал от сына, который попробовал наши первые сливы, выращенные с косточки. Косточки. Да, урожай небольшой, но, как говорится, не лиха беда начала. Это только начало пути к устойчивому изобилию разнообразия. А дальше арифметика. Я специально последнюю минуту посвящаю этому, потому что я торгаш. Я хочу, чтобы у вас вот такое было. Более 300 косточек были куплены у сибирского садовода Железова и посажены 5 лет назад. Ага. И только десяток из них выдержали наши морозы, и только один из них зацвел в этом году. Цветение других ожидаю в следующем году. Поживем, увидим. Теперь такие удивительные вкусы сливы готовы к размножению. А теперь давайте арифметику. Дело в чем. Вы согласны, что сливы отборные, хоть из косточки? Вот. Я про арифметику. И на этом мы закончим на сегодня, перейдем к вопросам-ответам. Итак, что такое 300 косточек? Если я не делал скидки, а я когда крупные заказы делаю скидки, то это 6 тысяч рублей человек отдал. 6 тысяч рублей. Ну, тут и сказать, что это ящик водки, это, который выпивается довольно быстро. Вот. А кто-то скажет, это полпенсии, всякое бывает. И все-таки запомнили. Эти 6 тысяч, результат 10 выдержали морозы. Итак, одно выросшие и деревья, которые выдержали, которые это цветение ожидают в следующем году. Ну, то есть они уже реально, им 5 лет. Вот. Каждый из них получается, остальные или замерзли, или не пошли, не знаю. Но 600 рублей за то, что сейчас у него в саду есть. Дальше получится. Ну, как в ауле, ну, посмотрите, он написал про в среднем 42 килограмма. Там у него было 70 килограмм, это уже в этом в телефонном разговоре с этим, с Немытовым. А что такое 70 килограмм? Это 10 ведер абрикосы. А сколько он потратил на эти самые? Я не помню. Я не знаю. Вот смотрите, вот такие вот сеянцы из-под патриарха, да? А я тогда не продал косточки, они ковром росли. Их все попадало под это. Ну, сколько надо там, допустим, на прививку? Ну, 200 прививок. Остальное это под косу. И вот он у меня вот таких забыл. 20, 30 или 40. Я не преувеличил, такого размера не было. Они в тени, они не росли. Ну, былинки натурально. Вот даже не как шариковые ручки, а как стержень на шариковой ручке. Ну и корешки. Вот с этого выросло такое чудо, да? Представляете, каждый, кто-то из них дал 72 ведра какой-то год. Ой, эти, 72 килограмма. В среднем 42. И там же примеры были еще, что соседний участок там, наука, но другая наука, другая организация. Полкилограмма из дерева. Тут 42, а там пол. Вот видите, что творится. И получается, что человек даже с 300 косточек, получивший всего 10 саженцев, он уже прибыль получил. А? Сливы готовы к размножению. Теперь он возьмет вот это, с каждой косточки вырастет, а потом еще и вам продаст. Так, теперь вот это тоже в наше время истекает. Это тоже мы
Бахтияров умнейший мужик, пока все, что я хотел сказать. И наблюдательный. Это, так сказать, на мою как-то, мельницу не нужно стволы белить. Вот. И когда-то эта дурь прекратится и в садах, и в этих самых городских скверах, и вообще. И миллиарды рублей, это миллионы людей белят каждую весну, миллионы. Вот. И расходы какие. Если все взять, просто оно как расползается, эта вся цифра, арифметика, что никто не понимает этого. Это надо вот, чтобы те дети, помните, как я говорил, вот показали ему вот эту вот капусту, вот это сюда, а вот это сюда. Вот тогда, а им нужно такие 5-10 раз примеров. Все, гений! Знаете, как быстро это схватывает все? Дальше. Вы еще не видели, в гостевую загляните, вот тут сидела, я сейчас сижу, моя девочка, внучка, да? Вот, Валерия. И вот эта внучка, я с ней разговаривал, как с взрослым человеком. Она только присутствует при разговорах, а вот тут все впитывает. Посмотрите в гостевой, я там свежий небольшой ролик. Это мне его подарил, я это самое. К празднику в качестве подарка, что ролик разместили. Вот такие дела. Еще одна глупость. Вот. И тут еще много всего я вам приготовил. Вот. Много чего я приготовил. Только все это придется рассказывать, объяснять. Вот посмотрите. Откуда у них эта фотография? А ведь однажды мне счет предъявят. Представляете, приходит повестка в суд. Значит, фирма, как она там называется сейчас? Фирма. Это я заканчиваю, у меня осталось 3 минуты. Одна. Семена обвиняет вас, Валерий Константинович, что вы у них украли эту фотографию, утверждаете, что она ваша. Из-за этого падают эти самые, люди подозревают, что фирма наносит, фирма несет ущерб, потому что люди подозревают, что Железов прав, и действительно фотографию украли. А это наша, вот это фирма фотография. Просим Железов сыскать, как он называется этот самый? Ущерб 1 000 000 рублей. А Железов хорошо готовится к таким вещам. Смотрите, знаете? Она? Нет? Ну-ка еще раз. Вы думаете, это все? Вот как они меня, это самое. Вот я должен с ними судиться. Вот у них могу 1 000 000 выгадать. Смотрите, внимание. Обратите внимание вот на эту ветку. Вот она, смотрите, еще внимательно. Внимательно. Вот она. Вот это крупный план. Еще раз. Могу 3 раза. А то вдруг правду их подадут. Пойди докажи, он украл или у него украли. Есть такое выражение. То ли он украл, то ли у него украли. Вот. Вот это дерево растет в саду. А где ваш сад? А? Лесная красавица назвали. Она сроду не было лесной красавицы. Вот. Это ладно. Ну что, на это время истекло. А тут еще много интересного. Хотел показать. Еще много интересного. Ой. Вот это важнейший момент. Вот так же, как я там распинались мы, да? Я распинался, когда человек учил обрезать корни. Обрезать корни, чтобы сок не поступал в крону. Это какими... Так, тоже в суд подаст на меня. Вот. Смотрите. Кто-то, может, сейчас прочтет. Потом, когда это самое. Важнейший момент, важнейший, чем кончается подача в яму этих самых компоста. Ну, почему об этом никто не знает? Почему надо должен мордой тыкать-то везде и всюду? А? На юге майского жука, как грязи, поедает перегной самые мелкие корешки. Ну, все, дальше не могу, а то... На следующем вебинаре поговорим. Развелось специалисты. Самое страшное, они у и стало в 100, в 1000 раз больше.
Все, что угодно лепят, лишь бы только лайки были. Как с ума весь мир посходил. Так, друзья, я выговорился. Опять получился митинг. Опять скажут, надо было просто разговорить. Пункт первый, пункт второй. Я знаю, что на пункте пятом половина уснет. Потому что после работы, потому что устали вечер. Вот. Но мы с вами не прощаемся. Мы переходим в следующую стадию. Она называется у нас... Сейчас скажу, как она называется. Вебинар. Так. Входим в комнату. Так. Вот. Но мы с вами не прощаемся, мы переходим. Остановили. И мы сейчас с вами будем разбираться с вопросами-ответами. В этот раз поменьше. Вот. Ну, сами понимаете, завтра праздник. Все устали от подготовки. Так, делаем, как обычно, 5-минутный перерыв. И возвращаемся обратно. Я думаю, он вам тоже не помешает.